Наградили выдающиеся семьи, чествовали семейные традиции. И все это на официальном открытии года семьи в Кировской области. В течение 12 месяцев в регионе, как и по всей стране, будут проходить мероприятия для многодетных. Кроме того, подготовлен целый пакет мер поддержки для тех, у кого есть дети. О том, как прошло открытие года семьи, расскажем далее. Памятный знак «Семейная слава» вручается семье Бадалян. 12 лет в браке. Семья Бадалян живет в деревне Ивановщина Юрьянского района. Дети и родители. Активисты не только в своем районе, но и по всей области участвуют в конкурсах. Дети проявляют себя в разных сферах. Старшая дочь – спортсменка, обладатель знака ГТО. Сын увлекается видеосъемкой и монтажом. Средняя дочь стала школьной активисткой, а младшая преуспела в чтении стихов. Всей семьей Бадалян помогают малообеспеченным в своем районе. Мы очень рады здесь присутствовать, на этом прекрасном мероприятии. Наша семья сельская, но мы активные, позитивные. Семья очень важна в жизни каждого человека. Это самое святое, что есть у нас. Близкие, родные люди. На торжественное открытие года семьи в Кировской области попали не только многодетные, но и приемные и династийные семьи. А также семьи участников СВО, волонтеры, молодожены и другие яркие пары с детьми. В 2024 году для них будет организовано множество мероприятий. В правительстве области подготовили большой пакет мер социальной поддержки. Часть из них уже вступила в силу. Президент Владимир Путин поручил создать по всей стране единую систему поддержки многодетных семей. Мы до 1 апреля поправим областное законодательство, сделаем его единым с общероссийским. Второй важный момент – это, безусловно, поддержка наших семей, участников специальной военной операции. Мы сохранили все меры поддержки и регулярно встречаемся с комитетом семей и военнослужащих. Они нам подсказывают какие-то новые вещи, которые мы должны принимать. Мы это, безусловно, всегда принимаем. Кировские школьники своими руками смастерили фотоальбом. Туда в течение всего года будут вкладывать фотографии с семейных мероприятий. И к концу года наберется целая коллекция воспоминаний.